Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовим очень вкусный ужин, дорогой ужин. Почему для себя не потратить немножко деньжат? Я не говорю, что это можно готовить каждый день, но раз в месяц или даже, может быть, раз в два месяца такой ужин, особенно если вы готовите для второй половинки, очень крутой, очень вкусный, очень ароматный и, конечно, с изюминкой. Начинаем готовить? Поехали! Сегодня готовим красную рыбку. Вот таких у меня два красивых стейка. Свежайший. Не мороженое, а именно свежее. Нам нужно сейчас ее подготовить. Прежде чем начать готовить, нужно убрать вот эту вот пленочку. Вот здесь имеется такой вот жировой нарост, который тоже нужно удалить. И здесь немного. Чистим и потом уже маринуем. Да, я не сказал. Рыбку я уже почистил. Здесь была шелуха. Я ее почистил, она мне не нужна. Также косточки убрал. Осталось только убрать вот эту вот пленочку белую. Вот таким вот образом. Шкурочку ни в коем случае не удаляем. Почему, дальше поймете. Сейчас маринуем рыбку. Смесь черных перцев. Слегка, не сильно. С каждой стороны. Приперчили, а теперь присаливаем. Желательно соль должна быть крупнозернистая. И добавляем небольшое количество оливкового масла. Хорошенечко растираем. И оставляем на 5 минут для того, чтобы соль немного стянула рыбку. Прям в тарелочке так переворачиваем. Пока маринуется наша рыбка, а она будет мариноваться минут 5-10, мы займемся приготовлением вкусного соуса к рыбе. Так, я беру натуральный йогурт без всяких добавок. Добавляю по вкусу чеснок. В моем варианте это 2 зубчика. Люблю яркий, выраженный вкус чесночка. Также понадобится сок лимона, 1 столовая ложка. И понадобится небольшой пучок петрушки, свежий желательно. Нарезаем мелко. Добавляем зелень и солим по вкусу. Хорошенечко все перемешиваем. Соус готов. Я попробовал, он просто бомбический. Все, пускай соус настаивается, мы занимаемся дальше рыбой. Возвращаю рыбу назад на доску. Рыбу разрезаем ровно пополам, но чувствуем так, чтобы не разрезать ее полностью, до шкурочки. Также этот кусочек. Теперь рыбку разворачиваем. И вот таким вот образом мы будем жарить. Теперь здесь можно опять же вернуть в тарелку. У нас в тарелке остались еще соус, перец, масло. И промокнем его еще раз. Вот такие вот идеальные получаются стейки. Взял сковороду гриль, отправил на огонь. Ждем, пока накалится хорошо наша сковорода. И по желанию можно добавлять оливковое масло, можно не добавлять. У нас рыба уже впитала масло, поэтому этого масла будет достаточно. По желанию, я говорю, можно добавить еще масло. Сковорода нагрелась. Отправляем жарить рыбу. В
каждой стороны примерно по 2-2,5 минуты. 2,5 минуты прошли, переворачиваем рыбу. Обязательно смазываем это все соусом. И также я добавлю семена кунжута. Вот такая вот краста у нас получилась. Обязательно пробуем рыбу с соусом. Нежнейшая, вкуснейшая, ароматная и легкое приготовление, друзья. Вкуснейший ужин, друзья, просто бомба. Такое блюдо не стыдно даже на праздник подать, друзья. Очень вкусно, ароматно и необычно. Готовьте вместе со мной. Друзья, если понравилось, конечно же, лайк, подписка и, конечно же, делимся с друзьями, комментируем, не стесняемся, друзья. Готовьте вместе со мной. Также не забываем подписываться на мой второй канал Шустрый Микс, где я готовлю соусы, заправки и, конечно же, специи. Я с вами прощаюсь, до следующего видео. Всем пока.